Друзья, в России есть три вещи, которые нельзя оставлять без присмотра. Это маленькие дети, личные вещи и строители. Потому что они будут делать все, что угодно, кроме работы. Итак, представьте, шел 7-й месяц стройки многоэтажного дома. Не кочегары мы, не плотники, но сожалеем. Атас, через 10 минут комиссия приедет дом принимать! Fire! Все, не успели! По документам дом должен в Биберево стоять, а не в Люберцах. Спокойно. Дорогие друзья, мы свой объект сдали, а принимать его нет, решать начальству. С вами была команда КВН-проигрыватель. Спасибо. Хорошая история, верь мне. Не было вот этого всего. Чего-нибудь. Вы должны рассказывать друг про друга те самые истории, о которых знают только настоящие друзья. Это же Наташина любимая история. Наташа и Ашот. Знаешь. Нет, я знаю, потому что следующая история Марина и Ашот. А можно как-то убить человека на передаче? Настоящий кандидат наук, которого мы решили растлить.